Всем привет! В этом видео поговорим о том, что США озабочены ростом сотрудничества между Россией и Индией. Газета Times Now сообщила о том, что Белый дом тревожит стремительно крепнущее экономическое сотрудничество России и Индии. Издание приводит слова министра иностранных дел Индии о важности укрепления партнерских отношений с Россией, произнесенных им в ходе визита в Москву на встрече с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Индийский министр отметил, что Россия является исключительно надежным и проверенным партнером для его страны, поэтому индийские предприятия рассчитывают на дальнейший рост экономических связей. А связи эти за последние два года выросли в стоимостном выражении в несколько раз. Если по итогам 2021 года товарооборот между Россией и Индией не превышал 14 миллиардов долларов, то по итогам этого года он сможет достичь отметки в 70 миллиардов долларов. По итогам 10 месяцев текущего года страны наторговали на 54 миллиарда долларов, из которых Россия экспортировала в Индию ресурсов и товаров на 51 миллиард долларов, а получила в ответ индийских на 3 миллиарда долларов. Индийский дипломат подчеркнул, что индийские предприятия, несмотря на угрозу западных санкций, планируют увеличить объемы импорта российских энергоресурсов и рассчитывают на сотрудничество с Росатомом по вопросу строительства на территории Индии атомной электростанции. Ранее западные СМИ писали о том, что переход стран на расчеты за поставки российской нефти в индийской валюте создал проблемы в двусторонней торговле. Эти проблемы связаны с низкой ликвидностью рупий. Россия на индийскую валюту не может купить достаточное количество необходимых ей товаров в Индии. И вот на встрече в Москве стороны окончательно договорились о том, что Индия построит для России на своей верфи в Гоа на зависшей рупии 24 грузовых судна до 2027 года, которые будут использоваться для перевозки грузов по транспортному коридору север-юг. Для России Индия представляет собой надежный противовес Китаю в экономическом отношении. При этом для Индии Россия служит ключевым энергетическим и важным военным партнером.